Четыре сверхмощных знака зодиака, их боится даже дьявол. Астрологи назвали знаки зодиака, которые живут жизнь налегке. А все потому, что они обладают суперсилой, которой нет у других людей. Таких мощных представителей только четверо. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Овен. Овны не понимают, зачем вообще опускать руки, если что-то не получается. Они очень целеустремленные и яростно преодолевают все преграды на своем пути. Проблемы для них – это не помеха, а новый барьер, который нужно взять, доказав себе и всему миру, что они лучшие и способны абсолютно на все. Поэтому это очень сильные знаки зодиака. Овны не станут сдаваться или унывать. У них может не получаться раз за разом, но после каждой неудачи они встают с колен и пробуют снова и снова. Это и делает их такими успешными. Второй знак Дева. Девы не так яростно сражаются, как овны. Им это не нужно, их сила в уме и самоорганизации. Это самые умные знаки зодиака, которые просчитывают все ходы и пути развития ситуации. Это настоящие аналитики и стратеги. У дев вся жизнь распланирована. Они знают, чего хотят и как к этому прийти. И пусть это бывает не мгновенно, но когда-нибудь обязательно. Поэтому, в конечном итоге, девы все равно добиваются желаемого. Третий знак – Стрелец. Стрельцы – знаки зодиака с суперсилой. А сила их в позитивном мышлении. Они активны и деятельны. Они – двигатели прогресса. Неудач не признают как таковых, да и проблем тоже не видят, воспринимая все как точку роста. Каждый опыт, даже тот, который другие воспримут, как неудачный, они могут повернуть себе на пользу. Стрельцы обычно добиваются больших карьерных высот, живут полной жизнью и получают максимум. Они не умеют сдаваться, так как этого просто нет в их образе мышления. Четвертый знак – Козерог. Козероги – труженики. Они выкладываются на полную, чтобы добиться успеха. Будут работать сверхурочно и жертвовать остальными сферами жизни, чтобы стать значимой личностью в своей профессии. Это очень трудолюбивые знаки зодиака, и в этом их суперсила. В то время, как остальные ленятся и хотят больше отдыхать, козероги действительно влюблены в свою работу. Поэтому они трудятся даже сверхурочно. Это и помогает им добиваться успеха в жизни и всегда получать желаемое, ведь они просто незаменимы на своем месте.